По непосредственно продуктам DeepSense можете видеть камеры, которые уже доступны в продаже. Значит, у нас есть камеры DeepSense с Face Detection, с детекцией лиц, и с Face Recognition, где уже в камере непосредственно встроен сам алгоритм распознавания. То есть фактически это конечное решение. То есть вы можете использовать уже это как бы все в одном. Единственное, что вам потребуется для удобства работы, интерфейс, чтобы работать с распознанными лицами, с камерой, с функциями камеры. То есть, если вы используете камеру с распознаванием лиц, у вас непосредственно распознавание лиц, не детекция, но распознавание проходит в самой камере. Есть также в разных корпусных исполнениях камеры, соответственно, в виде буллета с кожухом и моторизированным объективом, и камерой, купольной камерой. И также справа можете видеть камеру с двумя линзами, о которой я говорил ранее, для подсчета посетителей, которые формируют стереоскопическое изображение. Тут на данном слайде можете видеть камеры, так называемые 2 в 1, то есть которые позволяют обнаруживать и автомобили, транспортные средства, и непосредственно людей, и работать с этими данными. Крайняя левая и крайняя правая камера, соответственно. То есть верхняя камера предназначена для обзора, а ПТЗ-камера также может получать детали, фокусируясь на каком-то участке. Есть также камеры, которые предназначены для работы с автомобилями. Это ПТЗ-камеры. Модели, собственно, можете видеть на слайде. Из особенностей камер с функцией распознавания лиц. Хотел бы отметить, что данные камеры позволяют содержать библиотеку данных непосредственно в камере до 10 тысяч лиц. И опять же, есть возможность контролировать специальные, ну, как бы, дополнительные приметы о человеке. Например, опять же, наличие усов, бороды, наличие, соответственно, головного убора, какого-то багажа, эмоции и возраст. Камера с двумя линзами непосредственно на слайде тоже можете видеть. Помимо подсчета посетителей, можно еще делать фильтрацию. Например, фильтрацию по высоте объекта. Если один человек пройдет за другим, за счет 3D-скопического изображения, стереоскопического, у вас все равно будет защитно, что прошло 2 человека. Камера, которая является 2 в 1, то есть, опять же, которая производит и распознавание лиц, и обзорный вид, и, опять же, получение деталей с помощью ПТЗ-камеры.